Давай, Ромка, давай, Ромка, давай. Ром, хорош, давай, Ром, хорош. Дань, давай, бирай. Хорош, Андрей. Опа! Хорош, Андрей. Может, давай, давай. Центр, кто, Саня? Гарь, гарь! Вот сейчас. Давай, давай, Ромка, давай. Давай, обработай, иди до конца. Калаш хорош! Давай, Никит, давай, Никит, один на твоей шланг, давай, Никит. Давай, Никит, сука, обыграй. Хорош, Никит, хорошо. Хорошо. Сань, хорош, Сань. Не знаю, купи тогда уж ему большую. Хотя не надо там. Давай, 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 Грин, хорош. До конца, Грин, до конца! Не надо, мам, не надо, не надо, не надо. Там есть большой кучей. Было всегда, откуда только не это. Паш, хорош, Паш, хорошо. Все, нормально. Кому, давай, спина. Кому, хорош. Карен! Карен! Что? Алёша, ну! Андрей, хорошо. Хорош, 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 Паша. Хорош, 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 нормально. Хорош, Паш! Центр, центр, внимательно. Дим, 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 встань, Дим, встань! Да, 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 да,
Вон здесь, смотри. Хорошо. Смотри в руки. Она прям там на стенке. Да, Бабочка. Давай. Ну, мы еще на футболе сейчас. Правильно, соперник запустошает. Делай, делай сразу! Делай! Все, спасибо, ребят, нормально. Все, смотри, сейчас поиграем. Вообще не было. Первая игра, пускай неофициальная, но уже как бы состоявшаяся, да? Какие впечатления, мысли? Впечатления по игре, как сказать, двоякие. Плюс в том, что как бы это первая игра, это то, от чего будем отталкиваться мы. То есть эту игру, как я ребятам и сказал, отыграли, забыли, двигаемся дальше. И что понравилось? Игра в оборонке более-менее слаженная. Ребята, что в первом, во втором тайме играли так, как двумя составами, что в первом, что во втором тайме в оборонке более-менее. Пока сейчас вопрос с атакой, вопрос очень много брака. Даже при переходе из обороны в атаку, просто в приеме мяча даже у атакующих игроков. Поэтому сейчас будем делать на тренировках именно на это упор. Поля лучше ожидать бессмысленно, поэтому вот это все, что есть на сей день. То есть будем отталкиваться от этого, будем стараться повышать свои технические способности и готовиться вот к таким же полям. Мы увидели состав группы, да, куда нам предстоит ехать, с кем играть. Вяткина тоже наш, ну, как бы соперник, да, прямой конкурент. Если мы хоть хотим, да, бороться за повышение в классе, как вы оцениваете вот именно соперника? Соперник мне очень понравился. Ребята играли и в первой группе по области, то есть и большинство из них прошли Владимирскую школу «Торпеда». Поэтому у ребят есть техника, ребята, как сказать, за счет опыта. Сегодня ребята играли, ребята правильно двигались, ребята правильно отдавали передачи. И что главное, вовремя. Считаю, за счет этого они сегодня и победили. Но плюс в том, что я думаю, что еще эти ребята и могут больше. Они еще в ходе сезона поднаберут. Поэтому нам очень-очень будет непросто в этой группе. Даже думаешь про Вяткин, думаю, что это одна из самых сильных команд. Не только в нашей группе, а за счет обоих групп. Поэтому соперник хороший. Будем к этому стремиться, будем стараться. Добро побориться. Обязательно побориться.